двигаемся в прямом направлении. Прекращайте вот это вот на дороге. Я боюсь. Кого вы боитесь? Вот этот мост. В правый ряд уйдите. Сюда. С поворотником это делается. Конечно. Выключите сейчас. Не включайте. Ага, зеленый грузовик подумает, что мы поворачиваем. Нет, я не включу. Не надо ничего бояться. Нужно двигаться со средней скоростью потока. В потоке, то есть. Дать экзамен, значит слушайте и делайте, старайтесь, выбирайте место для остановки. Что вы здесь не можете остановиться? Ну, уже проехали. Почему? Включили поворотник, остановились. Опля. Можете же? Да. Ну, давайте. А вас не смутило даже то, что вы на бордюр заехали? Но вы же сказали, можно. Я спросил, что вы здесь не остановились, что вас смутило. Вы сказали, я проехала. Я сказала вам, вы еще не проехали. Возможность остановиться еще есть. Угу. Бордюр вы проехали раз, но это полбеды. Там установлен знак, остановка запрещена. Понимаете? А где он там? Где вы поворотник включили направо, угу, поворачивать? Где пешеходный переход прям, да? Так. И знак движения только направо, видели? Угу. На нем же там же стоит знак «Остановка запрещена». Поехали. Я всего лишь хотел убедиться, услышали вы, увидели этот знак или нет. Крутим полностью влево, у вас впереди ограждение. Видите? Стойте уже. Вы же сказали. Я спросил. Поехали. На меня руль, бегом. Бегом. Вот так вот. Инспектор тоже может сказать. Спроси. А вы должны были сказать, я здесь не могу остановиться, так как там установлен знак. 3:27. Остановка, угу, запрещена. Как-то так. Поехали. Левый ряд перестройтесь. Ускорьтесь. По 40 км едете. Правый ряд перестройтесь. Вы меня слышали? Да. Газу дайте. Вот так вот. Левый ряд перестройтесь. Так. Что так? Поворотник укажите. При этом двигаться нужно. Вы думаете, вас кто-то будет пропускать? Mm-hmm. Ускорьтесь, пожалуйста. Перестраиваемся. Вот так вот. Ой. Что такое? Куда проехал? Что? Вы опять знак не видите? Да. На базе. Знаете, заезд на базу? Вот там установлен знак. Опять же, 3:27. Остановка запрещена. Поехали. Левый поворотник. Смелее. Теперь опять на меня руль. Быстренько. Вот так вот. Ничего страшного. Тяжело.
обучении легко в бою, да? Лево поворот.